Я разок читал молитву, и у меня из сердца вот отсюда прямо вырвалась такая сила, как шар такой. Очень много счастья. Я не могу это описать словами. Просто шар счастья такой вырвался из сердца. Прорвался выше. И мне захотелось еще раз. И такой шарик поменьше счастья. Тоже очень хорошо. И потом третий раз такой маленький шарик счастья, такой вышел и все. Больше не получалось. Потом я понял, что надо этого ждать все время, когда вырвется шарик счастья из сердца. Потому что мы все время ждем только подарков от Бога, только подарков. Господь, дай мне то, дай мне все, дай мне пятое, десятое. Один мой знакомый, школьный товарищ, он тоже верит в Бога. Мы с ним со школы разговаривали о духовном все время. Как-то я его встретил, он говорит, Бог есть. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у меня был день рождения, и было очень пасмурно. И я попросил, Господь, если ты есть, сделай ясную погоду. Раз, сделал. И разок у меня не было совсем денег, и я сказал, Господь, если ты есть, сделай так, чтобы у меня появились деньги. У меня появились деньги. Господь есть. Я подумал, блин, лучше ты что-нибудь сделал для него хорошее. И почувствовал, что от этого, что он есть. И что он каждый день нам постоянно делает все, что нужно нам для жизни. Даже простую какую-то работу делает. Например, я привожу такой пример часто, который меня сильно удивил. Я после еды всегда немножко отдыхаю, минут на 20. И жену прошу, пожалуйста, подними меня через 20 минут. Она подходит, говорит, вставай, уже 20 минут прошло. И один раз я услышал этот голос, встал, сказал ей, подошел, спасибо, что разбудила. Она говорит, я забыла. И сразу у меня возник в сердце вопрос, а кто это сделал? Это сделал тот же самый, кто делает все для нас. Я это сразу понял, что это Господь меня разбудил сам лично. Видите, Он даже такую работу делает простую для нас, хотя Он Господь. Он очень скромный. Он делает все, что нам нужно для жизни. Если мы этого заслуживаем, но мы настолько скупые, что нам даже чуть-чуть не хочется протрудиться для других. Мы постоянно думаем о себе и о себе, о себе и о себе. И из-за этой скупости ему просто не хочется нас делать счастливыми. Просто в этом причина одиночества. Это скупость сердца. Иди и дари любовь всем. Кто тебе мешает выйти в Вильнюс на улицу и говорить, я желаю вам всем счастья, люди? Кто мешает это сделать? Полиция. Ну пусть вас возьмут полицию, вы там по дороге счастья шли. Они вас отпустят, а то будут радоваться вам. Есть такой видеоролик, называется «Йога смеха». Смотрели? Нет? «Йога смеха». Вы наберите в интернет «Йога смеха». Я думаю, что он распространен, этот видеоролик. Едет электричка, все сидят скучными. И потом заходит в электричку человек и начинает смеяться. Сейчас я вам его поставлю. Начинает смеяться, и все смотрят и отворачиваются от него. Через 5 минут вся электричка смеется полностью. Все смеются, потому что он смеется. А потом он выходит из электрички и садится на противоположную сторону. И там начинает опять смеяться. И он это делает просто, чтобы люди были счастливы. Вот так надо жить.
Можно и с полицией точно так же поступать. Полиция забрала, а при них смеяться. Через 10 минут все в трансе. Так человек должен жить. Это наша природа, дарит любовь. И скучать, и мечтать, а дарит любовь нашу природу.